сборка взрывчатых веществ в фейерверк – это работа для пиротехника. Даже малейшая искра статического электричества может натворить бед, потому обязательно надеть антистатические перчатки. Фейерверки состоят из разных отсеков в одном снаряде. Горящий шнур взрывает отсеки по очереди, создавая в небе ступенчатые вспышки. Первым делом пиротехник приклеивает главный шнур к дну корпуса. Клей по природе бесцветный. Его окрашивают в голубой цвет, чтобы видеть, куда его наносят. Он откладывает дно в сторону, чтобы заняться вторым отсеком этого двойного фейерверка. Сначала он насыпает порошковую взрывчатку в центр. Затем запечатывает его. Следующий этап начинается с амортизатора из картона. Он нужен, чтобы защитить это отделение от взрыва первого отсека. Затем прилаживают диск из гофрированного картона и пластиковую прокладку. Шнуру потребуется 1,5 секунды, чтобы прожечь эти две детали, что создаст небольшую задержку между первым и вторым взрывом. Склеить второй отсек непросто. Слишком плотная склейка затушит взрыв, но она должна быть достаточно крепкой, чтобы выдержать паузу. Второй отсек готов, и пора закончить первый. Он приклеивает муфту к корпусу, а затем заполняет его сотнями звезд. Звезды — это то, что создает цветные вспышки. Это тщательно отмеренная взрывчатка, смешанная с красителями. К примеру, магний для белого, медные соли для синего и древесный уголь для оранжевого. Пиротехник должен обращаться с ними осторожно, или они взорвутся. Следом он добавляет кометы, другой вид взрывчатых украшений. И все посыпается порохом. Наконец, он склеивает два отсека вместе, заполняя оставшееся место той же комбинацией ингредиентов. Когда корпус полон, он приклеивает крышку, и чем плотнее, тем лучше. Чем больше давления она создаст, тем крупнее и красивее будет взрыв. Затем он оборачивает фейерверк в бумагу из крафтоцеллюлозы. Ярлык с помощью международного цветового кода показывает размер корпуса. Подъемный заряд, мешочек пороха с длинным быстродействующим запалом помещают у основания снаряда. Именно он пошлет фейерверк в небо. Когда поджигают основной шнур наверху, одновременно загораются два вторичных шнура. Шнур с задержкой времени идет внутрь снаряда, через отсеки со взрывчаткой. Длинный шнур идет снаружи вниз, к подъемному заряду у основания. Когда подъемный заряд загорается, тепло и газы накапливаются в пусковой трубе, пока не взорвутся, подбросив фейерверк на высоту до 300 метров. Начнем световое представление.